Расскажи, с чего началось твое путешествие, когда, что стало причиной, что повлияло, почему формат, почему автостоп? Всему есть причины. Это долгая история. Попробуй кратко. Ну, мне вообще всегда нравилось и привлекало путешествие. То есть самые такие мои любимые сказки — это там «Доктор Айболит», там «Бременские музыканты» и всякое такое, то есть там везде герои путешествуют и такие, ну, не бомжи, но такого формата, короче. Вот, и меня всегда привлекало, ну, новые места, то есть даже ребенка у меня не было такого там привязанности к своей кровати, к своему дому, мне всегда нравилось ходить ночевать у друзей. Вот, куда-то путешествовать. Ну, как бы получилось, что долго я ждала этого момента. Вот, и когда закончились очередные долгие-долгие отношения, и я как раз уже заканчивала тоже универ, это был последний год, и, ну, я подрабатывала где-то. И там познакомилась с пацанчиком, мы что-то заговорили, вот, и он путешествовал автостопом много. Я такая говорю: о, прикольно, мне это, типа, тоже всегда очень интересно было, потому что, ну, обычный туризм меня не очень привлекает. Я как бы попробовала там тут и там, но там хостели, автобусы, все это вообще мне не нравилось. То есть это никогда меня не привлекало. Вот, и он говорит: я автостопом, там, палаткой, все такое. Я говорю: о, научи меня. И буквально через там месяц был день выборов. Это был 2013 год, январь. И мы рано утром выехали, каждый проголосовал, сделал свою государственную обязанность. И мы пошли автостопом, ну, по Израилю, типа, на один день, просто чтобы он мне показал, там, как это работает, где стоять не надо, вот. И так все началось. Я один день с ним пропутешествовала, и буквально через неделю я уже там... У меня вообще такой взрыв мозга был, я все выкинула, всю свою одежду нормальную. Одела лонги такой, ну, шаль, типа, и погнала автостопом по Израилю. И для меня начали просто открываться все мира. Так это началось. Пошла. Где-то здесь было. Хотелось без предпостановки. А какое количество лет ты путешествуешь? В каком количестве стран ты была? Где тебе понравилось? И в этот раз звук там, надеюсь, есть. Рассказывай. Слушай, я про Гондурас не знал. Давай сразу с Гондураса начинай. Тогда переспрашиваю вопрос, что ты хочешь. Давай. Просто повтори то, что ты мне сейчас говорила. Хорошо, я попытаюсь. Ну,
Да, я начала вот с 2013-го путешествовать, и примерно до сих пор. Было пару раз, что возвращалась в Израиль, там, ну, бюрократические вопросы решать и всякое такое, но даже там на месте мне как-то не сиделось, вот, я все время была в пути. Ну, это что, это где-то 8 лет уже, вот. Но была где-то в районе 50 странах. На континентах Европа, Азия и Северная Америка. На южном полушарии я еще не была пока что. И что мне понравилось? Не знаю, мне много где понравилось. Вообще очень сложный вопрос такой, потому что везде что-то нравится. Где-то люди классные, где-то природа сногсшибательная. На первом дубле, который мы сейчас запороли со звуком, я облажался с географией, сказав, что Мексика в южном полушарии. Я сейчас хочу попытаться опять облажаться с географией. Ты же в Японии была. Япония же вроде в южной части, нет? Нет. Блин. Второй дубль и вторая лажа. Я тебе глобус куплю в подарок. Можно я утоплюсь? Давай, не надо. Вон там полицейские на нас. Стремно уже смотрят. И про Гондурас ты рассказывала, там не было границ. А как вы, смотри, ладно, как бы там то, что не услышали, то народ не узнает. Вот, но в Гондурасе ты оказалась без вообще неофициально. Ну, я в Гватемале была нелегалом. Ой, Гватемала, не Гондурас, Гватемала. В обоих. Там одна виза, там один визовый режим. Ну, да, так получилось, просто что... Просто тачку остановили, они вас завезли туда, типа не зная, что у вас нет визы, да? Там было сложнее. Короче, мы просто стопили по Чиапас, это южный штат Мексики. Вот, и там, ну там вообще, сам Чиапас, он такой спорный регион. Там местные воюют с государством, в принципе, они Запатиста называются, это такой movement Запатистас. И они очень там бунтуют против режима. И там очень много всего такого подпольного, он такой неразвитый, много где там дороги непонятно какие, то есть это все какие-то такие вот дорожки, и мы там просто стопили, не знаю куда, нам местные какие-то рекомендовали там места. Вот, и мы пытались куда-то там добраться. Вот, и как-то нечаянно оказались в Гватемале. Вот, и уже стопили по Гватемале, там, не зная того, что мы в другой стране. И когда уже мы поняли, то визу нам получить не удалось, а мы уже далеко уехали от Мексики. Вот, и решили поехать в Гондурасы. Вот. И там мы приехали на границу, на нас посмотрели, на наши паспорта, сказали, а где стамп из Мексики, где стамп въех, не знаем. Мы такие, ну, можете нам платить штраф или обратно, типа, езжать в Мексику по той же дороге, как и приехали. Но мы вышли из офиса, сели в машину, у нас чувак спрашивает, ну чего, вы со мной в Гондурас или куда? Мы такие, ну, давай попробуем. И поехали. Это была самая такая, как это сказать, armed на английском. Ну, там много, короче, военных стояло, вооруженных, очень много. И мы как-то проехали, нас вообще никто не посмотрел. Вот. Нашего водителя проверяли, нас нет. Но так получилось, что я была в двух странах нелегально, нечаянно совершенно. Tive razão, posso falar. Não foi legal, não pegou bem. Que vontade de chorar, dói. Em pensar, ela não vem só agora. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar. O clima é de partida. Vou dar de bobeira que eu estou. Você sabe qual é que é que eu vou. Mas poderei voltar quando você quiser.
Вот эту нихера не солнечную погоду, я задам тебе позитивный вопрос. Ну, давай. Что тебе нравится в этом образе жизни? В автостопе? Ну, в том образе жизни, в котором ты живешь последние 8 лет. Ну, блин, тяжелый вопрос. Но мне нравится то, что я все время как бы нахожусь в состоянии discovery, то есть все время что-то для себя новое открываю каждый день, встречаю новых людей, пробую что-то новое. Если это что-то новое сделать, что-то новое попробовать на вкус, там новые слова, новые люди. То есть вот эта новизна, она, наверное, самое такое. Вот эти значения в японском, то, что мы вот с тобой обсуждали, когда вчера, позавчера, о том, что, ну вот по-русски, скучать. Да, я скучаю по тебе, да, в английском. I miss, то есть мне не хватает тебя. Да. А в японском... Я хочу тебя встретить. Я хочу тебя встретить. Это ты тоже вот узнала вот из твоего путешествия по Японии, да? Естественно, да. По Японии Вообще, как бы, чем больше это даже как бы исследуют, вот, всякие филологи там, и люди, которые там с языками, с культурами, и с эмоциями работают, ведут исследования, и на сегодняшний день... Есть всякие гипотезы, походу они только идут и подтверждаются, что чем больше человек знает языков, тем богаче у него эмоциональный мир, потому что есть больше слов, которые выражают это. И это не значит, больше что... Больше спектр эмоций. Да, да, именно так. То есть и получается так, что... То есть когда я говорю «я тебя люблю» на русском языке, на английском, на иврите, на японском, это все разные оттенки. Для меня это разные эмоции, немножко. То есть они чем-то отличаются. И также получается, когда вот, если мы говорим о скучать, и, например, на русском я вот не ощущаю этого слова «скучать». То есть оно для меня мало что значит. Вот. Так же, как и на английском «I miss you», потому что это «мне тебя не хватает». То есть у меня такого тоже практически нету. А японская версия мне очень подходит, и это большинство того, что я чувствую, это вот я хочу этого человека встретить или этих людей встретить, айтай, вот. И что, кстати, очень интересно, потому что, ну, японский, он, ну, сложный язык на самом деле, вот, но там очень много... Звуков, они, ну, одинаковые, и зависит от иероглифа, который используют, но айтай это тоже... Тай — это «хочу», это окончание, спряжение, да, «хочу», типа. А ай, ау — это зависит от иероглифа, там разные «хочу встретить», и включает в себе тоже один из вариантов написания ай будет «любовь». Где мой дом, а все меня? Где мой дом, а все меня? Что там плывет? Что там большое плывет? Не знаю, похоже на танкер какой-то. Не-не-не-не-не. Типа подводное что-то. Подводное? Ближе. Не танкер, а вот... Нет, это маленькая рыбацкая лодка. Да? Маленький катер. Он просто такой маленький, что на фоне катера. А. Он совсем маленький. Наверное, вопросы, которые я задавал тебе в Хересе, надо было задавать здесь. И вопрос будет вот в этом образе жизни, что не нравится, что напрягает скорее. Знаешь, не то, что не нравится. Не нравится иногда там, не нравится мужик там на соседней лавке, да. Не нравится там испорченный кефир в магазине. Но, наверное, не то, что не нравится. Там, ну, мне сегодня утром мне не нравилось, что за бортом было 6 градусов, и там у меня кончился газ, вот, допустим. Но это не причина не жить таким образом жизни для меня лично, да. Ну, а что, наверное, вот реально напрягает? Не то, что не просто что не нравится. Ну да, что не нравится, но что реально напрягает вот в этом образе жизни, что прямо, ну, не нравится.
не нравится в квадрате? Ну, здесь несколько аспектов есть таких интересных. Я тебе могу сказать некоторые вещи, которые меня лично там немножко напрягают в некоторых моментах, да, из-за которых я иногда даже так это взвешиваю, что вот, а может, пришло время остановиться. И потом я тебе расскажу некоторые вещи, которые, ну вот, моих напарников очень часто или друзей, которые со мной путешествуют, которые их напрягают, из-за чего они как бы отпадают с этого образа жизни. Вот. А самое, что мне как бы неуютно в этом, это то, что очень тяжело углубить что-либо. Вот, ну, я все время вот эта вот новизна, да, то есть что-то новое, знакомство, новые какие-то пробы там чего-либо, какого-то спорта, например, или там еще чего-то, да. То есть, но чтобы углубить или то, или другое, чаще всего надо где-то остаться. То есть это контакт с людьми, это какие-то, ну вот, дружбы, да, там, или... я не знаю, там, ну, развить какие-то возможности в каком-то спорте или в каких-то там хобби, занятиях и так далее и тому подобное, то для этого надо осесть, даже если хоть на чуть-чуть. Но чаще чуть-чуть не хватает, это надо там полгода, год. Вот, и это то, что меня иногда напрягает, потому что у меня даже были такие ощущения, там, в 18-м году, да, я, ну... даже не 18-е, получается. Ну, вот когда корона началась, я даже вернулась в Израиль из-за этого, потому что у меня вот было такое ощущение, что вот мне не хватает глубины во всем, что происходит. Ну, началась корона, и там вообще все не так пошло, как задумано было. Вот. Ну, в принципе, вот это то, что меня напрягает, да, или там мне неуютно. Других же людей обычно напрягает то, что вот, ну, как бы, у меня нет проблем со спонтанностью, наоборот, мне тяжело что-то планировать, загадывать на будущее, и это будущее включает в себя сегодня вечером или завтра утром, то есть я уже не знаю, что будет завтра. Давай сегодня вечером по серфим, там маленькая, но для обучалки подойдет волна. Давай. Вот, и, то есть... ну, как бы, вот это вот, у меня нету проблемы со спонтанностью, но у большинства людей вот это развивает вот, ну, чувство дискомфорта, потому что люди хотят знать, что у них будет завтра, послезавтра, где они будут спать, что они будут есть, где они будут находиться. У меня же такого нету. То есть я никогда практически не знаю, где я буду спать, что я буду есть, кого я встречу, то есть таких вообще нету. Ну, практически никогда каких-то планов даже на завтра. Вот. Мне как бы, меня это не сильно напрягает, но практически всех людей, с которыми я встречалась, очень многих, там, чуть ли не 90%, это очень сильно напрягает, и они очень быстро с этого образа жизни выпадают. Или там путешествуют, там, ну, какие-то ограниченные сроки времени, чтобы себе нервы не изматывать таким путем. Tive razão, posso falar. Não foi legal, não pegou bem. Que vontade de chorar. Dói em pensar que lá não vem só dor. Da sequência na minha vida. De bobeira que eu não estou. E você sabe como é que é eu. Mas poderei voltar. Пятый эпизод, котятки. Если делать этот видос типа с позиционированием от девочки к девочкам, то это будет вопрос из категории «Привет подружкам». То, что беспокоит девочек. Беспокоит девочек. Но на самом деле я даже не совсем пойму, что больше беспокоит девочек. Гигиена или безопасность? Но вопрос про безопасность. Опасности. Вопрос про опасности. Вот
какие-то потенциально, наверное, знаешь, гипотетировать как-то и фантазировать, придумывать нет смысла, потому что мы можем напридумывать там метеорит, вторжение инопланетян, а реально опасно. Какие опасности для тебя происходили, представляли какие-то угрозы для тебя в твоих путешествиях? Потому что девочки, если будут смотреть, они однозначно зададут вопрос. Про вопрос безопасности. Обычно, кстати, мальчики задают такие вопросы больше. Мне кажется, боятся они больше, я не знаю. Но, в принципе... Она нас с иконами обозвала. Да-да. Я за вас отомщу. Ну, на самом деле, как бы, угрозы как? Ну, вообще всем есть, да? То есть обычная угроза там... Найти безопасное, там, где ты будешь ночевать, и безопасно поймать машину, да. Самые такие... Если мы по статистике говорим, то самое опасное – это, наверное, автокатастрофы. Они опасны везде и всем. Вот, и когда стопишь, это не исключение. Но на самом деле безопаснее стопить, чем вести самому. По статистике. Вот. Потому что если тебе водитель не нравится, просто останавливаешь и говоришь: так, дай мне выйти из машины, все, езжай ты сам, если ты будешь там вести как ненормальный, да. Вот. Второе, что происходило, это, ну, столкновение со всякими животными, особенно когда уходишь в какие-то непонятные тундры. То есть там были приключения, когда там за мной медведь гнался там. Было? Было. Это где? Ну, один раз в Канаде было, один раз в Америке было. В Америке они за мной не гнались, но они так ходили по моему кемпу, там разнюхивали. Но там они вообще там. Там даже несколько раз это было. Один раз это было вообще в Таху, в деревне. Ты говоришь, в Гватемале вы проснулись, потому что услышали затвор автомата, да? Да, нет, это было в Мексике. А, в Мексике было? Да, такое тоже было. Ну, там все разрулилось нормально. Ну, тоже бывает. Я сейчас в Косово была, у нас над палаткой стреляли буквально там, я не знаю, 500 метров от палатки. Ну да, когда приключения всяких таких ненормальных ищешь, когда в горячей точке какие-то непонятные идешь, то, естественно... А ищешь? Ну вот правда, мы вчера с тобой поднимались на эту гору, мы с тобой немножко, я там, такой индивидуальный спор, наверное, ушел, да? Ты, в общем-то, со мной не спорила, но я так что-то начал активно высказывать позицию про вот поиск приключений на жопу и вообще, как бы, ищем мы их или нет, потому что мой формат жизни не совсем стандартный, твой формат жизни... совсем нестандартный. Вот. И, ну, как мне кажется, на самом деле мы-то не ищем приключений. Нам просто интересно смотреть какие-то красивые, интересные новые вещи, узнавать, чем-то знакомиться, скорее. Мне кажется. Ну, это и называется. Или ты все же ищешь, как бы, поиск приключения на жопу там, типа. Не, ну я думаю, просто ты не ищешь, как бы. Смотри, для меня, если ты выходишь из дома, чтобы пойти посмотреть какие-то красивые места, это уже приключение. То есть, если ты сидишь на диване... Если это не музей и не новый ресторан красивый. Ну да, наверное, я не знаю. Но музей для меня это тоже приключение на самом деле. Вот, я это тоже люблю. Вот. Так, ну мы отклоняемся опять от темы, да, про безопасность. Вот. Ну да, как я сказала, пьяные люди – это опасность, которая бывает. Когда ты там приходишь на какую-то партию, особенно в какой-нибудь Мексика, в Грузии, я не знаю, еще где-нибудь, где люди любят выпить, и при этом, как это на русском говорится, нажираться до состояния нестояния и неадекватного поведения, да, то это тоже может быть опасным. От этого желательно держаться подальше. Вот. О, смотри, какое облачко идет. Угу. Прикольно. Вот, еще... Ну и
естественно, как бы, будучи девушкой, то, ну, это я даже не знаю, это как бы, я это не считаю опасность выше, чем будучи, я не знаю, в своем городе, идя в свой ресторан, бар, паб или куда-нибудь, то есть то, что, ну, есть возможность, что на тебя там сексуально будут домогаться или там изнасилование и всякое такое. Но на самом деле, опять же, по статистике это происходит чаще всего с людьми, которых ты знаешь, чуть ли не там 80% или что-то в этом роде. И если нет, то все равно это происходит в твоем окружении, в твоем знакомом пабе, дискотеке и так далее и тому подобное. Поэтому опасаться этого, мне кажется, ну, как бы, если это то, что удерживает кого-то там дома, вместо того, чтобы путешествовать, то на самом деле, как бы, оно того не стоит. Вот. Плюс, опять же, когда я останавливаю машину, то есть я сразу уже, и это как бы быстро глаз набивается, что ты начинаешь оценивать ситуацию, насколько, как этот водитель на тебя смотрит, когда он тормозит, как он, на что, куда его глаза направлены, как он останавливается. Ты уже знаешь практически всегда заранее, то есть будет ли этот водитель, он с какими-то там намерениями останавливается, с не такими, не просто тебе помочь или нет, и как он будет вести машину, там, насколько это будет безопасный райд или нет. И, естественно, если это райд, который ты оцениваешь, что они безопасны, просто туда не садишься. Говоришь там: о, спасибо, не, мне не туда. Счастливой вам дороги. Ну, это все. Поэтому... Não foi legal, não pegou bem. Que vontade de chorar, dói. Em pensar que lá não vem, só dói. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar. Clima de partida, vou dar sequência na minha vida. De bobeira que eu não estou, e você sabe como é que é. Банальщину, буду спрашивать тебя банальщину, которую иногда спрашивают у меня, я ненавижу, но, наверное, сближе с понятной темой. Я хочу тебя спросить про планы. Про планы. Понятно, что, ну, ты уже говорила, да, там отсутствие какой-то структуры планирования, но меня, когда спрашивают там про планы, у меня тоже нет там планов на десятилетие. Но у меня есть там план на сегодняшний вечер, у меня есть план на неделю, ну, максимум, наверное, на месяц. Я думаю, немножечко вот в таком ключе все-таки есть у тебя какие-то планы. Какие твои планы? Планы на будущее. Ну, планы на будущее, если говорить о ближайших пару недель, то есть планы, но это даже не планы, а как бы то, что я обязана сделать, да. То есть я обязана покинуть Шенген-зону. Вот, для этого мне надо выехать куда-нибудь подальше каким-нибудь путем. Есть много путей. Можно очень скучно и банально купить билет на самолет и вылететь куда-нибудь, где это не Шенген-зона. Там Сербия, Турция, полететь домой в Израиль, да, там, или в Латинскую Америку куда-нибудь. Ну, короче, махнуть куда-нибудь. Вот. И это уже зависит от бюджета и настроения вообще. А есть опции поинтереснее, которые меня больше привлекают. И это автостопить парусник. Я это уже пару раз делала. Вот. А есть люди, которые считают, что это дико тяжело и скучно и опасно. Я это делала 3 раза. Мне это понравилось. Вот. И, естественно, я понимаю, что стопить через Атлантику, например, это не то же самое, что стопить через какое-то море. Вот. Это гораздо опаснее, тяжелее, дольше. Вот. Но это то, куда, в какое направление на данный момент я склоняюсь.
die Pauline wie wen, der Flügelhahn, Papa Pauline. Ну и последний вопрос. Со мной останешься? Senhoras e senhores, gostaria também que vocês considerassem o belíssimo som de Sidão Santos ao contrabaixo, From Rio Alengo.